компании «Битва полов». Все посвящено на этой парковке фестиваль, который состоится со 2 по 9 ноября. Это остров Фонсерон, Испания. Фестиваль будет посвящен «Битве полов». Все время на протяжении недели на Кипре будут соревноваться мужчины и женщины. Как, в каких дисциплинах, зачем и почему, об этом расскажу поподробнее чуть попозже. Потому что мы будем соревноваться в силе, в уме, в выносливости, в красоте, в богатстве. И всех, конечно, победит по другим. Ребята, вот скажите, пожалуйста, вот мероприятие называется «Битва полов». Вообще, чем отличается женский юмор от мужского? Определенно полом, в первую очередь. И женщины неизвестны своими юмористами, а мужчины более известны своими юмористами. Вот, мы считаем, что все дело не в том, что среди женщин нет юмористов, а в связи с тем, что не раскручены эти женские юмористки. Под ваши аплодисменты выходит команда резидентов Comedy Club. Да! Девочки, аплодисменты команде женщин! Ого! Сегодня здесь будет. Здесь будет армрестлинг. Ну, как вы понимаете, кроме армрестлинга будет просто публичное унижение мальчиков. And I'll say I ain't do it with my face covered in chocolate. My girl be setting booby traps to catch me eating Scooby snacks. I left crumbs in the... Мужчины подрабатывают очко, друзья! Аплодисменты! Ready, go! With that, but I got a sweet tooth that'll never come loose. And the truth of the matter is, I'm like girls, they like me. They look so good and they suck. Честно говоря, приехала поддержать ребят в этой неравном бое, но, как оказалось, что девчонки оказались сильнее. Будем надеяться, что на фестивале будет то же самое. Каждый фестиваль мы ездим, и каждый фестиваль борются мальчики против девочек, девочки вместе с мальчиками. И я думаю, что это будет очень интересно, когда девочки, наконец, смогут показать свои преимущества. Будем надеяться. В любом случае, мы сейчас активно к этому готовимся. Но я думаю, что ничего зазорного в том, если мужчина иногда может проиграть женщине, ну и также наоборот.